Всем добрый день! Сегодня с вами делюсь приобретениями финской, как бы говорит, биологически активными добавками, что ли, по уходу за здоровьем, за состоянием кожи, ногтей, волос, нервной системы и, в общем, прочего. Начну я вот с Магнекса. Магнекс подарили у меня маме. Самый распространенный элемент в костях, мышцах и мягких тканях тела. Является важным компонентом функционирования мышц, включая сердце и нервную систему. Тут даже сердечко нарисовано, что точно так же оно как бы вот для сна, что ли, чтобы и спать хорошо. Суточная доза, одна таблеточка. Оно, наверное, оно еще не вскрыто. Я попросила просто у мамы показать. Не трогаю это. И еще это не содержит сахар, лактозу и глютен. Следующий продукт тоже вот подарили маме. Натур-бальзам. Он для напряженных мышц. То есть, если какие-то проблемные части вот мышц, где мышцы или натянули, или там что-то заболело, то, пожалуйста, вот можно натирать. Внутри бальзам выглядит, вот я тут уже открыла немножко, он как, вот видно, вот видите, прозрачная какая-то гелеобразная такая структура. Запах у него приятный, но сразу слышно, что он какой-то такой медицинский, вот травяной, что ли. Ну, вот это вот мои, как бы, я так его ощущаю. Изготовлен он из экстракта корней растения коготь дьявола, который растет в диком виде в южноафриканской саванне. Поддерживает кровообращение, разрыхляет, регенерирует напряженные мышцы. То есть вот как раз если мышцы напряжены, я один раз им только, вот мама мне сказала, что ну попробуй, попользуйся. Ну как бы раз ей подарили, раз попробовала, ну в общем-то вроде как бы ощутилось, но у меня более серьезные проблемы уже, то надо, конечно, дольше его использовать. Поэтому я, можно сказать, особо не поняла. Следующий продукт — это вот кальций магнезиум 800. Это я купила для себя. Тоже это вот из Финляндии привезли нам. Он является кальциево-магниевой добавкой для костей и суставов. Принимать нужно по 2 таблеточки в день. Еще поближе покажу, как он. Ну, внутри, вот я так как уже открыла, ну, вот они такие большие таблетки. Не знаю, или их 2 раза утром-вечером принимать, или 2 вместе можно. Как-то это я не спросила. Привозили мне кто. Он точно так же не содержит лактозу, дрожжи, глютеин или подсластители. В общем, ну я его еще только принимать начала, но сколько, вот на 3-й день, наверное, вечером уже такой, так сказать, меня в сон клонило, очень хотела уже уснуть. Так как у меня такого, в общем-то, не бывает, чтобы я с вечера захотела спать. И следующее я уже показывала. Вот у меня летом дочь пропила вот такие, как бы тоже вот они, таблеточки. У меня тут осталось, ну, пара пластиночек. Вот они, такие таблеточки. Принимается по 1 таблеточке в день. Хайренд Хайл, биоактивная тоже добавка для здоровья волос и ногтей.
Биотин и метионин содержат серу и доставляют ее волосам, ногтям и коже. Поэтому биотине как бы можно назвать витамином красоты для кожи, волос и ногтей. Я так как еще совсем не скажу, но ногти стали уже, так скажем, более плотные, как что вот они у меня вообще не отрастали. Сейчас как немножко вроде, но не скажу, что идеально у меня ощутилось. Когда весь организм истощен, поэтому я так думаю, что нужно еще себя поддерживать где-то как бы изнутри уколами, еще дополнительно какими-то витаминами, которые будут организмом усваиваться уже более, на более серьезном, что ли так сказать, уровне, а не просто вот эту вот добавочку принимать. Это если еще нервная система не настолько расшатана, и как бы вот все это так, ну, немножко поддержать еще вот молоденьким девчонкам, то, может быть, они вот, дочь у меня сразу что ощутила, что говорит, да, хорошо стало, но и то не сразу, но говорит, вот оно как начинаешь принимать, и пока вот, как от кутикулы, что ли, вот отсюда пока принимаешь, и пока вот оно отрастет, вот это все, витамины пока полностью, что ли, ногтевая, как бы вот это вот, ноготь как бы вот заполнится вот этими уже что витаминами, что только тогда, ну это мне дочь объяснила так. Так что, ну, в общем-то, принимаю, посмотрю потом еще, как будет дальше у меня. Что, ну, в общем, сера участвует в синтезе белка, коллагена и кератина, определяющих структуры кожи и волос. Принимается, как я уже сказала, по одной таблеточке в день. Оказывает благоприятное действие при сиборейном дерматите, ломкости и расслоении волос, ногтей или нарушении роста и развития их. Также вот заказали мы с подругой такой, как его назвать, рыбий жир Мёллер. Тоже вот финский, он изготовлен из 100% арктической трески. Поближе. Вот омега-3. Так как я вот тоже пила здесь наш рыбий жир, поэтому пока его еще вот даже не открываю. Немного чуть попозже, наверное, начну. И вот он, как получается, в него входят витамины А и Д. И омега-3 жирные кислоты, ну, которые важны для сердца, для сосудистой и для головного мозга. Ну, там вот они еще были в капсулах, но я заказала как бы, вот такой, чтобы в жидкой форме. Не открывала так, как поэтому не знаю, как он внутри, как он на запах, как он на вкус, либо он такой же, как у нас обычный, либо как-то по-другому, это я не знаю. Ну, в общем, вот то, чем я хотела с вами поделиться. Конечно, вот эти витамины, так как я их уже показывала летом, но там они были не мои, сейчас это уже мои. Вот это продукция, которую мы используем. Ну и то, потому что у меня вот родственница ездили туда и привезли нам. Иначе бы, конечно... Ну хотя вот я смотрела в интернете, то можно и в интернете заказать. Есть они, и цены, конечно, абсолютно разные. По интернет-магазинам, конечно, я... Не знаю, что и как, не могу подсказать, если кто-то заинтересовался. Спасибо всем за внимание. До новой встречи.